сегодня обсуждалась, наверное, одна из самых главных тем, которые существуют. Это благополучие наших детей. Это значит благополучие нашего будущего. Детская бедность – недостаточно осознанная сторона проблемы. На самом деле, самые нищие, самые бедные у нас семьи. Это, при всем уважении к пенсионерам, ко всем, это как раз семьи с детьми, это, к сожалению, объективно. И эта детская бедность, она неосознанна, как национальная трагедия. При том, что говорить сегодня о том, что наша страна бедная, уже неловко, уже неприлично. Это все-таки не те годы, когда действительно можно было говорить об абсолютной бедности страны. Сегодня у нас нормальные абсолютно по мировым критериям доходы, и поэтому детская бедность – это просто позор. В нашем обществе, большом, многомиллионном, есть дети, 350 тысяч человек примерно, которые живут в семьях, которые развелись, по которым принято судебное решение, что ушедший из семьи родитель должен платить алименты, а он уклоняется от уплаты алиментов и скрывается. Судебные приставы его ищут, принимают всякие разные меры, но найти его не могут. Изыскать средства, такие малые, которые требуют вот эта проблема, то, о чем говорила Людмила Ивановна Швецова, это совершенно возможно. Я знаю примеры конкретные, когда, предположим, говорят, что невозможно найти денег, но когда ты понимаешь, что без этого нельзя, они почему-то находятся. Мы сегодня ведем речь о том, чтобы вообще устражить работу с неплательщиками алиментов, чтобы законодательно подкрепить действия приставов, чтобы им дать большие возможности в том, чтобы работать с этими людьми. Но и в то же время мы ведем речь о поддержке той категории детей в этих семьях, которые требуют сегодня, сразу, без принятия каких-то глобальных решений, срочной помощи. Это их крик «Асос», и я думаю, что мы его должны именно таким образом воспринять. Но у этой проблемы есть много нюансов, много вопросов, много многоточий. Я думаю, что мы эту проблему все равно решим, и открытое правительство нам в этом активно помогает.